Привет, друзья! Это я, Юрий Тенман. Вы меня знаете как мастера Лего, и я учу ваших детей. Я понимаю, что сейчас все сидят дома, и мы вынуждены сидеть, и нам трудно, нам надо с детьми сидеть. И если еще месяц не изобретут вакцину ученые, ее точно изобретут родители. Трудно сидеть дома с детьми, думаем все, что возможно, решили вернуть хоккей в нашу жизнь. Значит, очень просто это делается. Вы можете это использовать и сделать дома, и это очень легко и очень забавно. У меня ребенок играет с великим удовольствием. Для этого нам понадобятся две обычные коробочки. Любого размера, какие-нибудь маленькие картонные, вот такого примерно, вот такие вот коробочки идеально подходят. Две резинки для волос, две ложки, лучше, если они будут пластмассовые. Металлические тоже подходят, но хуже, все-таки металл есть металл, они тяжелые. А вот пластмассовые ложки подходят идеально. Любой шарик, можно такой, можно поменьше, можно побольше, главное, чтобы он был. Все, что нужно, взять резинку для волос, взять, надеть ее вот сюда, протащить ее вот так вот под обручем и надеть сверху. Все, мы с вами сделали первые ворота, и они никуда теперь у нас не денутся, они будут уже стоять. Теперь мы проводим и делаем то же самое на вторых воротах. Одеваем резинку, протаскиваем ее через низ, поднимаем отсюда и надеваем вот так. Все, у нас вторые ворота стоят, мы их выравниваем так, как нужно по площадке. То есть отлично, шарик никуда не укатится, берутся ложки, зовется игрок, о, и мы начинаем игру. И очень это забавно, интересно, и детям очень нравится. На старт, внимание, пошло. И вот мы играем. И пошла игра. Вылетел. Опять сбрасывание. И пошло. Это грёт. Гол! О, 1-0. Так играем. Так и ждем. Ждем, когда нам дадут свободу. Вау! 1-0. One to one.